Илья, тяжелая игра, твой комментарий по сегодняшнему матчу. Ну, боевая команда, мы знали, что она играет в атакующий, такой силовой футбол. Мы не уступили, я считаю. Расскажи, как справлялся с натиском нападающих торпеды «Галас»? Было ли сложно? Да, на самом деле все предсказуемо. Они упрощали игру, не было там... Я скажу так, с Брестом было намного тяжелее. Да, и сегодня ты получил капитанскую повязку. Насколько там была ответственность перед этим? Я не знаю, не было ответственности. Обычная игра, обычно настраивался. У нас капитан один, а я всего лишь... Ну, так получилось. Да. И как тебе атмосфера на сегодняшнем? Супер, просто супер. Да, это невероятно. Даже мошек не было видно за фонарями вот этими. Это просто счастье для футболиста. Да. Спасибо.